Сегодня делаем вот такую тележку для перевозки воды. Для этого понадобится, я тут нарезал, уже увлекся что-то. Понадобится труба для основания, 110 сантиметров длиной. Изгиб здесь сделать нужно, чтобы удобнее было флягу брать. Кусок трубки 30 сантиметров, это на ручку. Два прутка, это десяточка для подпора, вот под флягу выгнул. Ну это все прям по фляге. Две оси для колесиков, два колеса. Ну и крючок, само собой, цеплять флягу чем. Все, сейчас дальше буду собирать, буду показывать. Пруток на 10, это у меня осталось, где-то я металл собирал, выкопал от парника дуги. Гнуть крючок, вот булыжниковская. Все, вставляешь и гнешь. Ну, большую трубу я на приспособе гнул. Выглядит вот так, труба приварена. Какой-то железяки с отверстиями. Она очень тяжелая, вот в ней гнул. Для тех, кто говорит, что металлу где взять, да вон его сколько. Самый дешманский металлоискатель вот это вот делает за 1,5-2 часа. Надо знать только, где искать. Так, ну вот получается потихоньку. Стоечки вот сюда, чтобы поставить. Под угол маленько сточил, чтобы контакт поудачнее был, поплотнее. Все, сейчас приварим. Останутся колеса, зашлифовать все и выкрасить. Ну вот такая тележка получилась. Здесь вот чтобы колеса не отваливались, просверлил на 4 отверстия. Ставил обрезки электродов, шайбочки, чтобы не терлось с обеих сторон. Все, собственно. Сейчас зашлифую, покрашу и завтра отдам. Приготовил к покраске. Обезжиривать буду спиртом. Что там? Вита эффект в аптеке брал. Пробовал бензином обезжиривать. Эта краска спучивается сразу. Ну вот и результат. Вот такая тележка. Уже за ней пришли. Сейчас отдадим. Замечательно. Еще одну надо.